Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария. Сегодня у нас будет видео о моей очередной новинке, но, как вы заметили, в последнее время я часто делаю на этом акцент, что в последнее время и вообще в принципе в будущем, и вообще в принципе сейчас планирую покупать ароматы только после затеста, только те ароматы, которые мне очень понравились, не совершать слепых покупок. Я, в принципе, вам раньше рассказывала, что я очень редко грешу слепыми покупками именно дорогих ароматов. Если я что-то беру вслепую, то это какие-то бюджетные ароматы, и то в последнее время я, честно говоря, покупок вслепую бюджетных ароматов стала еще больше бояться, потому что, ну, стоят у меня просто ароматы, я ими не пользуюсь. При такой большой коллекции в основном бюджетные ароматы у меня простаивают, поэтому я понимаю, что даже, наверное, вложение в дорогие ароматы вслепую — это более такое выгодное вложение, нежели покупка ароматов бюджетных вслепую. И данный аромат, который я вам сегодня покажу, я приобрела после от Леванта. От Левант этого аромата, такой большой от Левант, кстати, аромата мне прислала моя зрительница Екатерина. Екатерина, если вы меня смотрите, огромный вам привет и огромное спасибо. Благодаря ей я узнала этот аромат. И когда я только его вдохнула, я поняла, что мне нужен этот аромат, что это прям мое-мое. И вот, пожалуйста, ко мне приехал флакончик. Аромат этот у нас от бренда Feel & Feel, и называется он Boudoir Belle. Давайте вместе с вами распакуем. Давно я, в принципе, не распаковывала ароматы. Сейчас буду исправляться, наверное, чаще будут у нас такие распаковки, потому что это те ароматы, которые я покупаю уже, которые я знаю. Потому что чаще всего слепые какие-то покупки, не терпится, хочется быстрее распаковать до видео. Так, и смотрите, как это все красиво открывается. Вот так вот, хоп. И вот, такая вот красотень. Аромат очень красивый, только вот у нас он развернулся. Вот так вот будет правильнее. Ноты аромата у нас здесь альдегиды, боярышник, иланг-иланг, роза, бензоин, мускус и ваниль. Данный аромат я приобрела на сайте Рандеву, потому что там была очень вкусная цена. И после того, как я получила Левантик от Екатерины, я сразу начала мониторить и поняла, что цена там очень приятная. Приятнее, чем на других сайтах, потому что я действительно мониторила, сравнивала. Плюс еще промокод на скидку 10% дает возможность приобрести аромат еще выгоднее. Я, кстати, себе заказала еще один аромат от этого бренда. Скоро с вами поделюсь. Тоже я его протестировала. Также я вам, кстати, ставлю ссылочку на этот аромат, можете пройти посмотреть, в принципе, посмотреть все ароматы данного бренда. Касается промокода, промокод суммируется со всеми акциями, скидками на сайте, действует при заказе от 2500 рублей. Но я, когда только вдохнула, у меня сразу была ассоциация аромата нарцисса руж. Нарцисса руж. Прям сразу я почему-то вспомнила этот аромат. Так, давайте распылим с флакончика первый пшик. Это просто обалденный аромат на тему пудры, на тему розы. Ну, в принципе, в основном все пудровые ароматы у нас вокруг розы. Он действительно по настроению чем-то похож на нарцисса руж, но это такая красота. Здесь есть ноты альдегидов, но прям каких-то ярких альдегидов, какую-то ноту я прям не чувствую. Но, в принципе, я к альдегидам отношусь нормально. А, возможно, альдегиды дают какой-то такой воздушности аромату, как такой воздушный поцелуй, потому что, в принципе, аромат на тему помады. И для меня, знаете, такая ассоциация — это прям действительно какая-то гримерка, как будто бы. Вот что-то есть такое с налетом ретро, возможно, вот эту ретровость и дают альдегиды. Но аромат невероятно красивый, невероятно женственный. Это 100% женский аромат. Я, честно говоря, не представляю такой помадный, будуарный аромат на мужчине. Хотя, конечно, на вкус и цвет. Это прям красивенная помада. Даже как будто бы есть такая немного пудровость. Вот именно, знаете, вот прям такой пудры рассыпчатой. Как будто бы действительно перед вами столик какой-то балерины или какой-то актрисы. И вот там присутствует различная косметика, это и помада, вот именно помады раскрученные, стики, стоят вот прям в открытом формате, пудры, пуховки. Но, возможно, это гримерка вот балерины или актрисы не нашего времени, то есть вот что-то из прошлого. И вот как будто бы все вот это вот так и расставлено на столе, как будто бы немного даже пыли появилось сверху, есть такая вот пыльная пудровая нота. Но это так красиво, я просто влюбилась. И сейчас я могу сказать, наверное, откровенно, положа руку на сердце, что это один из моих самых теперь любимых ароматов на тему такой помадности. Какой же он прекрасный, просто вам не передать словами. Обалденный. Это настолько аромат картинка, это настолько аромат вот такой какой-то
передающие атмосферы в той гримерке. Кстати, если будет слышен гром, то не обращайте внимания, у нас погода испортилась, была такая духота, и сейчас прям небо такое затянутое, душное, гром, потому что вот погода портится, меняется. А вот, короче, в общем говоря, это просто восторг. Мне будет, кстати, очень интересно ваше мнение, чем просто сказка, просто сказка. В таком я восторге. Я, наверное, чуть позже сниму какую-нибудь подборку таких помадных ароматов, расскажу вам более подробно, но это прям красота, просто красота, я влюбилась, просто вам не передать, как вот этот аромат, я его вдыхаю, прям схожу с ума от удовольствия, такая вот прелесть, такое оформление очень красивое, я пока буду пользоваться своим отливантиком, когда использую, уже приступлю к флакончику. По сезону, наверное, сейчас, может быть, не совсем сезон этого аромата, все-таки, наверное, осень, зима, весна будет больше подходить этому аромату, чтобы было больше воздуха. Но он такой обалденный. Просто вот я, знаете, сижу, я даже не могу вам описать, что сказать. Он просто шикарный, просто. Опять же, если только вы любите вот такую немного ретровую пудру, помадность, тогда да. Если вы не любите это, любите такие прям современные ароматы, какие-то не особо феминные, такие унисексовые, то, возможно, вам этот аромат не понравится. Но он прям действительно на 100% пропитан женственностью. Вот, на этом уже буду заканчивать данное видео, потому что я вам ничего больше не могу сказать, просто вау, вау, обожаю, люблю. Но в дальнейшем еще буду более подробными отзывами делиться, будут в каких-то подборках. Пишите, если у вас есть этот аромат, пишите свое мнение, впечатление будет очень-очень интересно. Огромное спасибо за внимание, всем прекрасного дня, вечера, какого сейчас время суток. Всех вас очень люблю и пока-пока!